Так, ребята, приехали в ботанический сад. Оказывается, в Вологде таковой имеется. Ершовский переулок, 10А. Сейчас посмотрим, что там внутри. Встречают много-много тюльпанов. Осталось купить билеты и попасть внутрь. Здравствуйте, как поживаете? Здравствуйте, очень хорошо. Сколько денежек-то? Да. Давайте закупаться. Сейчас посмотрим все. Сколько денежек-то? А сколько вас приехало? Двое и Дима. Двое взрослых и один детский, да, правильно? Да, 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 да. 550 рублей. Вот. Так, 550 рублей. Дима? Дима. Да, погоди. Рыбы. Смотри, Артём. Да, плавают рыбы. Сейчас мы пойдем большую рыбу ловить. Живые орхидеи. Смотри, смотри, какая большая. Вон, 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 вон. Смотри, живые орхидеи. Ага. Круто вообще, ребят. Димка, видел рыбину огромную? Да. Вон там. А то он служит для дрессировки. Офигеть. А, слушай, а позвоним и посмотрим, что будет. Там, там же говорится, пожалуйста. И вон там экскурсия, вот. Да? Да. Ты видел, что цветы настоящие везде? Классно, да? Ничего себе, какая рыбина. Вот это вот огромное. И все за ней такие, вереницы такие, бам-бам-бам. И жирная такая, последняя. Ладно, пошлите искать, я сейчас там всякие. Артём, ты такой романтичный, под всем белым лентом, с сердечком. Я всегда романтичный. Ну тут рай для ботаников. Ну, ребята, можно читать про каждое растение из разных стран. Ну, вот, к примеру, из Азии мы можем наблюдать фикус. Вот почему биологию в школах изучают не в этом месте. Австралийские растения. Черепашки. Не хочет хамелеон. Хамелеон не хочет поменять. Черепашка еще позирует, по-моему, тебе. Сейчас посмотрим, Дима. Смотри, она вытягивает что-то на него. Да. Так она его подлюбит. Только аккуратно. Чтобы не причинить ей вреда. Димка, хочешь взять? Нет. Просто хором нет. Давай позвоним. Давай.
Иди корми. Смотри, большая, кушай, Дим. Одна такая красная. Она. Молодцы. А им понравилось. Там вообще рыбок не осталось. Вон красивая с хвостом. Ну, красная. Мы... Вот это, которое я проснула, ганские хвосты красивые. Беленькие, вот, которые я тогда дам. Внутри прям в рот открываю. Так, да. Здорово, рыба, я? Угу. Да, я все на халяву. Все, 50 рублей сожрали быстро.